Здравствуйте, мои хорошие, меня зовут Алексей, наверняка вы знаете, там, не знаю, Человека-паука, Супергерл, Супермен, там, Херомен. Итак, у нас сегодня наш местного разлива Супергерой-бомж-мен. Заебись, четко. Название интригующее, давайте не будем задерживаться и посмотрим, что это такое, с чем едят. Есть даже вступительные ролики, обалдеть. Отель Джой, я хочу обмен разрад. Легко, запускаю расширитель. Разумеется, нас сегодня ждет тупой сортирный юмор, какая-то околокриминальная тематика и все, что с этим связано. Вот сука, блять, крыса. Давай спокойно, сейчас заштопаем. Чё ты орёшь? Я тебе пулю вытаскиваю, а не в жопу ебу. Ну чё, надеюсь, ты в могилку ещё не намылился. Да хули будет этому жлобу. Лучше скажи, что теперь делаем? Движемся дальше по плану, а разбираться, по ходу дел будем. Слишком уж серьёзный контракт. Сейчас передам информацию, что мы ещё в теме. Думаешь, они уже в курсе? Может, не стоит лишний раз? Знают. Они всё знают. Я решил пропустить эти обалденные ролики с ретрейсингом, и наше приключение начинается. Разумеется, мы около бара должны разобраться с негодяями, которые пытаются нас пожамкать. Но, собственно, мы выступаем в роли добра, да, добра и света. Ну что, ребят, целых три противника. Разумеется, боевка самая простая, то есть удар рукой, ногой. Можно также делать это в приседе. То есть боевки в стиле Mortal Kombat, разумеется, ждать не приходится. Противники так же, как и мы, можем вооружаться. Самое главное найти полезные вещи в виде разбитых бутылок, там, не знаю, ножа того же. И противники, которые падают, также можно их добивать. Так, братан, здорово! У нас появилось оружие, и теперь мы можем пырять противника розочкой. Спасите! Здорово! Но тебе по щам. Розочка очень быстро ломается, поэтому приходится раздавать с наших двоих, да, руки-базуки и все, что с этим связано. На тебя по щам. По кокам, ёпта. На тебе. Здорово, добиваем. Обалдеть. Выпадают какие-то приколюхи, похоже, крафт еще будет. Обалдеть, крафт. Ребята, здесь еще и крафт. Ой, не могу. Значит, давайте. О, здорово, серьезный парень. Пом. Это бомж-мен. На тебе. При всей абсурдности и, казалось бы, простоте, бои достаточно тяжелые. То есть противники разматывают просто на раз-два. Вот, поэтому... Братан, нож! Давай нож! Нож хочу. С ножом, я думаю, что будет поинтересней. На тебе по щам. Обалдеть. Давай. Добивание! Давай! Подожди, братан, ёпта. Ой, не могу. У нас есть также восполнение здоровья. А ну, давай. Во, хорош, подлатали. И продолжаем раздавать. Бомж-мен, на улицах вашего города. Бесплатно и без смс. Можно разве что добавить, как тебе такое, Илон Маск, да? Да уж. Разумеется, по картинке вы видите, что все рисованное, никакого там ретрейсинга, там DLSS, да, то есть в этом плане, я думаю, понятно. На, давай. Сука, пропустил, давай. Оружие, на. Ага, давай. Оп, продолжаем раздавать. На тебе. О, да неужели? Значит, давай, оружие. Серьезный парень, пиздец, опять целая толпа, вау. Казалось бы, только начало, только обучение, но противников очень достаточно много, да, поэтому. Ага, давай, на тебе. На тебе. Давай, братан. Сколько я зарезал, сколько перерезал, братан. Давай. Сука, я не понимаю, кто по кому попадает. О, неужели, давай. О, новое оружие, здорово. Ага. Ну что, ребят, раунд пройден, и мы двигаемся дальше. Ебанись. Сам человек-бомж примчал спасать меня. Я в ахуе от такой чести. От души.
Без тебя этот гнилой город был бы на пол шишечки гнилее. Мелочь есть? Не, сорян. Погоди, а можешь расписаться на сиськах? Если не в Крисяндру, конечно. Охуеть. Теперь смогу поднять ценник. Я вообще не понимаю, как разработчики вообще вдохновлялись, да, то есть какая-то бомжатская тематика. Сюда по синям, в натуре, пацанчики, чё это, пацанчики с райончика, в натуре, чекамое. Я уже, видишь, поиграв буквально пару минут, уже пристрастяюсь к местной тематике, да, то есть. Не мы такие, жесть такая. Подожди, шо ты... Дядя, а шо ты дядя, ёпта. Магазин такой в Сталкере был на базе Свобода. Шо-то, о, шо-то. Давай, братан, на тебя по щам. Оружие, во. Смотри, ребят, ретрейсинг, ёпта. Динамическое освещение, ёпта. Be strong, будь сильный, короче. Давай, фух-фух, паровертух, двоечка, да? Руки-базуки, на тебя по щам. Бляха, я не успеваю их добивать. Давай, фух-фух-фух, нихера их, блядь, целая толпа. Это бомж-мен. Значит, давай. О, давай здоровье то же самое и продолжаем. Это бомж-мен, мазафака. Ну чё у тырки в натуре, это бомж-мен. Давай, нож, братан. Во, давай. А сколько я зарезал, сколько перерезал, на дуре. Хуй. Ну, в этом плане все понятно. Ну тебе по щам. Бляха, нихера они там целыми толпами ходят, а, обалдеть. Давай, ну тебе. Не, ребят, серьезно, местами это настолько упорото, что... Давай, добивай. Сука, добивание, бля. Не успеваю. Разумеется, их нужно добивать, иначе они встают и ничего хорошего нету. Сука, пошел нахер. Во, бомж-мен, мазапака. Давай оружие. Ага. Давай. Поу. Нихера серьезный парень. Да неужели, ёпта. Фу, крайне тяжело. Казалось бы, начало, да? Аптека. Здорово. Давайте собираем приколюхи. Серьезно, крафт, ребят, крафт. Я не могу в таком месте. Какой нахер крафт еще может быть? А то вы со своими, серьезно, ретро-рейсингами, да, там, нравится вам, да, там, DirectX 12. О, бомж-мен, мазафака. Какой нахер DirectX тут? 12, блядь. Это какие-то карты там ваши, NVIDIA, там, ваши новые, там, 30 или сколько там она по счету идет, я... О, нахер. Бомж-мен, все, что нужно. Во, разрушаемые объекты, ребят, ты смотри, ретрейсинг есть, разрушаемые объекты есть, что вы хотите еще, да? Что вы хотите, это топовый уровень. А ну пошел нахер, значит, давай здоровье то же самое, поехали, давай еще. Во, давай, во, валя. Не, свалить, похоже, не получается, да, то есть, нихера не зажимают. Это бомж-мен, мазафака. А то серьезно, какие-то открытые миры ваши. Вот это что за херня? Вот делают всякую чушь эти западные это, да? Хотят поработить нас. Во, бомж-мен, мазафака. Да неужели, ёпта. Да ты чё, братан, на тебя, сука. Стоит он, а? Во, фаталити, ёпта, давай, бруталити там. Во. Экселент. Да не... Сука, они по четверо там с ножичками, хуёжечками выходят. Вы чё, натуре, гнидовка? Я уже вижу, ну, с кем поведешься, да, то есть. Уже продолжаю в этом репертуаре. Во, давай. Чё, в натуре побазарим, натуре? Гнидовка? Нет, это настолько упоротая тема, это просто жесть. Давай, на тебе по щам. Жесть, они живучие парни, да? Воу, давай, здоровье. А, это получается... А, вон он что, Михалыч, это здоровье мы подбираем.
давай, давай. Это бомжмен, мазафак, оружие. Во, здорово. На тебе, сука. На тебе, на тебе. Давай, на тебе. У-ху-ху, неплохо. Давай, здоровье, поехали. Да, сука, нихера ты живучий парень. Давай, фо-фо-фо-фо, продолжаем раздавать. Оружие, о. Сука, пиздец, их целые толпы. На тебе, блять. Ты че в натуре? Ты че, а? В натуре? Давай, оружие, 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 братан. Во, хорош. По башке ебанул, и хорошо, да? Бей своих, чтобы чужие боялись. Давай. Фо-фо-фо, продолжаем раздавать. Оружие, оружие, давай, давай, давай. Да нихера ты живучий парень, на, сука. Пиздец, они появляются и появляются, какого хера? Нихера себе. Ну что, ребят, давайте на этом месте запаузим. Серьезно, без шутки и иронии, воспринимать эту игру всерьез не стоит. Как по мне, она чем-то напоминает старые флеш-игры, когда ты там в браузере запускаешь, вот там что-то стреляешь, раздаешь, и вот чем-то пахнуло, да, то есть из начала нулевых. Так или иначе, стоит ли играть в нее или нет, это уже решайте сами. Ну а я прощаюсь с вами до следующих видео. Ставьте ваши большие пальцы вверх, такие пацанские, в натуре. Подписывайтесь, в натуре. Подписывайтесь на канал, группа ВКонтакте. Всего хорошего, позитива, удачи и пока-пока.